Директора Запорожской АЭС освободили из российского плена, глава МАГАТЭ. Директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден после того, как его похитили российские оккупанты. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэля Грасси в Твиттер. Я приветствую освобождение Игоря Мурашова. Генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил. Подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье, рассказал Граси. Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем. Окупанты остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. После этого, Магате заявила о том, что оно получило информацию о временном задержании Мурашова. При этом в агентстве отмечали, что похищение Мурашова прямо влияет на ядерную безопасность ЗАЭС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.